Скажите, как бы вы отреагировали, если бы я к вам подошла на улице и предложила съемку в своем платье? Например, вот в этом и все расходы с меня. Когда я шью какое-либо платье, я всегда представляю определенную девочку. Представляю, какая она, какого цвета волосы, вообще как она движется. Вот когда платье уже готово, мне очень сложно найти девочку, которую я представляю в голове. В соцсетях, разумеется, все красивые. Но мне-то нужна та, которую я придумала. Поэтому в магазине, в лифте, в транспорте меня часто встречаются девчонки, которые мне нужны. Но мне дико страшно к ним подходить, приглашать их куда-то, как будто бы я какой-то сектант. Каждый раз я представляю, как они мне нахамят, да, или попросту пошлют. Правда, мне все-таки было пару раз, когда я приглашала девчонок, которых встречала на улице, и это было очень классно. Потому что я сразу им показывала свои соцсети и говорила, что я не маньячка. Пока не могу избавиться от этого блока.